дурное влияние последние месяцы воронежской переписки. Были стихи, стишки, стали песни. Вот любопытная штука, я уже пытался ее петь. Странно, что большая часть мужчин, если не все, хотя бы раз в жизни, вот, испытали все это на себе. А реагируют на песни почему-то женщины в основном. Так что вот такая тяжелая, суровая штука, назвал ее «Последний бой». Положите меня, не трясите, помолчите в ногах, стоя. Кто там смелый, у неба спросите, отпевать ли меня стоит. И когда пропоют трубы, и куда поверну сани, это вверх воспарить трудно, но вниз заберут сами. Буду помнить, сколь жив буду, как валились вокруг люди. И дружок мой, браток верный, он сегодня упал первым. Я держался еще, вроде, я сильнее был всех, вроде. Вот не думал, что так сгину, коренной стрелой в спину. И куда бы, как было легче, коли в сердце бы, да не в печень, коль друзья бы мои рядом, да стрелу бы не мочить ядом. Отвернитесь, горло хлынет, от того-то и пальцы стынут. Передайте моей маме, мы во всем виноваты сами. За какие дела брались, сколько поту пришлось вылить. Но уже не грозит, братец, стрельбой с тобой выпить. И пожить бы, да нет, толку. Песни Божьи, чертей, пляски. И горю он в аду долго. Самогон этот ваш.